потрясающей красоты Бэтаранг уже нарисовал. Всем привет, дорогие друзья, с вами Максим и очередной эпизод видео прохождения Batman Arkham Knight. Сейчас наш темный рыцарь преследует пугало, находимся на втором дирижабле. Идем, ищем врагов, наказываем их. Our one-time friend, Mr. Stagg, neglected to keep the cloudburst charged and ready for operation. We will need to do the job ourselves. I need men in biological engineering, ferrying energy cells to charge the device. And I need more men to defend them. Do not fail me. Взломайте терминал контроля стабилизации дирижабля. Сделаем это. Будем опять двигать ящики вправо и влево. Так, стабильность дирижабля можно нарушать. Кренить его вправо и влево. Что-то где-то должно перемещаться. Пойдем посмотрим, наверное, в соседнюю комнату, потому что отсюда не видно ровным счетом ничего. Вот, один из ящиков. Нужно отойти от контейнеров. Вот. Переместили этот самый ящик. Что теперь нужно? Как получить доступ? Разрушить, разбить? Нет, обмазать своим гелем не получится. Там голосовой замок впереди, он определенным образом закодирован. А как же далее пройти? Тут дверь закрыта, там закрыта. Да, не получится войти. Наглухо все заперто. Мы здорово разогнали этот ящик, и он выбил своим весом стекло. Можем двигаться далее. Просканируем... Нет, вот сейчас давай просканируем расположение трофея. Зачем там только это нужно, непонятно. Выискивать все, собирать их нет никакого вообще шанса. Мертвый чувачок лежит. Подойдем и исследуем его труп. Нет, Бэтмену никакого нет дела до обычных рабочих. Тут можно разбить стенку, обмазывая ее своим белым гелем. Ну-ка, посмотрим, что за ней. Интересные штуки или только лишь один трофей? Один трофей, который так просто не взять. Нужно повтыкать на кнопочки разные, насколько я вижу. Служит для стабилизации контейнеров... О! Можно туда-сюда их потыкать. Обожаю, мать твою, так двигать ящики. Самое любимое занятие в этом мире. Забираемся наверх. И что? Чё мы смогли добиться? Спуститься здесь невозможно. А, можно еще и... Прикиньте, можно наклонять, находясь наверху. Тогда смысл был тупить так долго. Закрепляем вот этот ящик, ать отправляем в дальний угол, все. Можем спускаться, забирать наш трофей, забирать награду. Не так ли, Бэтмен? Как еще ниже спуститься? О, нет, кажется, заперли нашу летучую мышь. Ну-ка, а прямо сейчас можно? Нет, Бэтмен, тебя может раздавить. Маленький ты, трусливый маленький мальчик. Раздавит тебя. Ну и что? Переживаешь только зря. Можно вот эту штуку оставить и дальше один ящик пустить. Все, теперь мы сможем пройти. Ну что ж, миссия выполнена. Трофей загадочника получен. И здесь открылась дверца, чтобы мы не мучились больше. Доступна модель персонажа грузовик Nord Refrigeration. Супер. Теперь
Можем не отвлекаться. Absorbed through the skin and eyes. Gas masks are useless. The accessing research note. User ID. Stag. Silent. September 3rd. When Dr. Crane approached me, I thought the man had finally realized the value of his chemical expertise. But no, he's still scarecrow to the bone. The man invents a formula that could cure depression, turn an entire army upon itself. And he uses it to frighten people. Fine, Dr. Crane. I'll keep working on your cloudburst, but I'll keep working on your toxin as well. I'll show him there's money to be made here, one way or another. Accessing research note. User ID. Stag. Silent. September 20th. Make it stop! Human testing has not been the breakthrough I hoped for. I want to go home. I want to go home. I want to go home. The cloudburst works perfectly, though I've temporarily obscured that fact from Dr. Crane. I must perfect his formula myself first. Послушаем еще записи. Patient number 4. 2 weeks after exposure. How are we today, Daniel? I'm not doing anymore. Can't do this. Daniel, would you like to go home? Mild terror, permanent damage. Not good enough. Accessing research note. User ID. Stag. Silent. October. 14. Now we're getting somewhere. In fact, we've had to restrain the patient, haven't we, Mr. Huxley? I'll kill you! I'll kill you all! Fear toxin may be dangerous for you and your loved ones. Prolonged exposure to fear toxin may induce episodes of extreme psychological trauma. I'm telling you, Bats, they just keep making this stuff sound better and better. Это все наше воображение, Джокер нереален. А как тут получить сраный вопрос? Вроде бы все прослушал, что надо. Джокер исчез. Alfred, Stag and Scarecrow were working together on a project codenamed Cloudburst. But if that's the case, sir, why is Scarecrow attacking Stag? Stag must have double-crossed him. He's here for the device. I'm giving you remote access to Stag's computer network. Search for anything related to the Cloudburst. I need to know what it is. As you wish, sir. Используем компьютер Стага. Отпечатки его собирали в предыдущем видосе. О, можно собрать вопросец. Oh, detective. 90% of my riddles are left unsolved. Why, I almost envy you when I think of what a pleasure it'll be to sample from the intellectual smorgasbord ahead. And then I remember you are an idiot. Дверь заперта. Там есть еще один коридор, по которому мы не ходили. Please let me go. I've got so much money, even Batman won't be able to stop us. Oh! But you couldn't stop yourself from betraying Scarecrow for a little more. I'm sorry. I'm so sorry. No, you're not sorry yet. But when Scarecrow's toxin starts pumping into this cell,
I think you just might be. Oh, God, no. I've seen what that stuff does. Someone help me, please. It'll attract a lot of attention when I take out the minigunner. I should leave him until last. По-тихому нужно разобраться. Нифига, как много тут людей. Да из кого вообще начинать первым делом-то? Ой-ой, плохая идея, плохая! Может, там сверху кого-нибудь атаковать? My calibrations are almost complete, and the cloud burst will soon be charged. Until then, keep supplying me with energy cells. Ну что, дело сдвинулось? С мертвой точки. Бесшумным приемом одного вырубил. Пока одного. Сейчас пойдет второй, вот он тут стоит. Очень неплохо. Hey, what happened to you? Все, парни, началось действо. Пугайтесь меня, темного рыцаря, в ночи. Бэтмен здесь. Это не Гуд. Что это такое? Какую-то бомбу поставили. Без понятия. О, у меня все-таки определенный таймер есть. Вон в левом верхнем углу зелененькая. Нужно поскорее заканчивать. Это еще что такое? Так, пулеметчик в одном месте, я в другом. Не знаю, как вот этого парня вырубить. Ну-ка, постой, постой. Давай батаранг выберем. Моя стандартная техника, сейчас как воспользуюсь. Вот этого парня. Ну стой на месте, да чтоб тебя так. Вот, будет идти, я его схвачу. Бесшумным приемом одолею. Ой, Бэтмен, быстрее! Быстрее соображай! Еще одного бесшумным приемом. Кажется, меня сейчас обнаружат через пару секунд. Да, меня обнаружили. Делать нечего. Пулеметчик уже долбит вовсю. Мою броню повредили. Это что, труп какой-то? Офигеть. Я где-то под землей лазю, не вижу, как отсюда выбраться. И ни один противник ко мне не спускается, да? Эй, ну-ка, стой, стой, как отсюда? Ах, блин, пулеметчик ходит. Упс. Кажется, меня заметили. Жалко, что больше противников здесь не бегает. Стэк умоляет о том, чтобы его не использовали в качестве подопытного кролика и не юзали газ на нем. Нужно бежать? Да я не понимаю, черт возьми, как тут двигаться и куда смотреть? О, там трофей-загадка. О! Target spotted. Lower center fuse.
Да, 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 меня уже вычислили, обнаружили. Ничего тут не поделаешь. Где он? Да неизвестно, где он. Он повсюду. Он в вашем сердце. Может быть, решающий супер-мега-ультра-удар замутить? Или как там он называется? Страшный решающий. Мульти-удар только двоих убил. К сожалению. Нужно было с большим количеством противников сразу кончать. Три вооруженных урода здесь бегает. Два обычных пеших солдата и один пулеметчик. Так а стой, куда ж ты так быстро бегаешь? Давай, прижучим его по-быстрому, пока его дружки там бегают где-то. Ходят рядом друг с другом. Пытаются осмотреться, найти темного рыцаря, но он вскрывается в самой тьме. I have guaranteed your protection. Fear what will happen to you should you fail to charge it. No, he can't hurt you too like I can. Batman knows how to break bones. I know real pain. Но остался лишь один пулеметчик. Как с ним-то разбираться? Какие-то особенные техники необходимы ли? Может быть сделать... Ух ты, как-то он телепортировался! Дымовая граната. Написано, что она уже использована, так я понимаю. Диверсию против него можно ли совершить? Жалко, но не работает. Как вообще пулеметчиков мочить? Это же будет фактически мое первое столкновение с подобным типом врагов. Да блин, дымовая граната еще не перезарядилась. Так что ж делать? Обычными батарангами его закидывать вообще не вариант. Можно ли к нему по-тихому подойти? Да! Контратакуем вовремя. В общем, огромным количеством комбинаций его можно замочить. А по-быстрому с одного удара никак. Эту огромную махину для убийств. You've got one more chance, Stag. One. Okay. Look, Scarecrow came to me. He needed my help with the cloudburst. What does it do? Поздно. No. Don't let them touch me. The cloudburst, Stag. Tell me what it's for. I don't know. It's all over my skin. It's crawling all over my face. I should leave you to your nightmare. Так, а зачем мы его мочканули? Не совсем понял тут логику Бэтмена. Ну что, пора сваливать отсюда? Okay, this is it. The moment we've both been waiting for. Scarecrow's just down there. So are you gonna stop him and save Oracle? Or am I going to get another hit of that delicious gas while you watch helpless as she dies? How do we decide? Roll up, roll up. It's the pick the real scamp! Bad luck, bats!
Опачки, не того пугало выбрал. Говорили ведь мне, выбирай левого. Хотя, полагаю, какого б не выбрал, исход был бы один. You're not dying. Just feels like you are. My toxin is filling your lungs, drowning you in your greatest fears. What can you see? A city engulfed in fear. Betrayed by those you trust the most. Your darkest secrets revealed. As I tear your mind apart, Gotham will watch. I will cut that mask from your face. And the whole world will see the fear in your eyes. Then they too will understand. There is no savior. No more hope. No more Batman. Maybe it's already happened. What? Look at me! I'm amazing! And this body! I can't believe how strong it is! Так, у Бэтмена, кажется, какие-то проблемы. Глаза его позеленели. Словно у Джокера. Начинаем обычных солдат валить. Something's changed. You're different. I prefer to call it a work in progress, but it does show potential. You're trapped. There's nowhere to run. Who said anything about running? Ну понятно, последнее сражение было иллюзией. Дирижабль терпит крушение, я так понимаю. Да что такое, Бэтмен вечно вырубается? Давай, темный рыцарь, оживай! Время делать ноги, пока здесь все не взорвалось к чертовой матери. Sir, Scarecrow is broadcasting across Gotham. You need to see this. How does it feel to see your city on the brink of ruin? Your friends in the clutches of death? You stretched yourself too far this time, Batman. And now your failure is all but complete. As that final dying breath escapes her body, she will know you are the one who failed her. Alfred, he's holding Oracle at the safe house in Chinatown. I'm heading there now. Please hurry, sir. There's no telling what he'll do to her. Итак, на этом кончается эпизод видео прохождения Batman Arkham Knight. Очередной сюжетный отрезок преодолен. В следующем эпизоде пройдемся по дополнительным заданиям. Пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был Максим. Всем спасибо за просмотр.